Так, друзі, доброго ранку. Ну, значить, ті, хто до нас тільки що доєдналися, ви прям от на самий сок потрапили, тому що сиділи ми, значить, з нашою сьогоднішньою гостею і інструктором із хатха-йоги Іра Пелюховська. І от дівчата, вони якби дівчата сидять, роздивляються браслети, і до мене Іра повертається і каже: вибач, ми ж просто дівчата. Я кажу: друзі, та я такий же. Зустрічайте, Іра Пелюховська, привіт. Намасте, доброго утра. Так, ну що, давай поговоримо про хатха-йогу. Розкажи, будь ласка, взагалі, що це за йога? Давайте почнемо. І для кого вона підходить? Абсолютно для всех. И мы начнем, наверное, с того, что такое, в принципе, йога. Я бы хотела рассказать немного. В переводе с санскрита это слово переводится как единение. И можно его некоторыми вариантами воспринимать, поскольку санскрит — это такой язык, который имеет до 15 вариантов перевода одного и того же слова. И единение можно трактовать как с религиозной точки зрения, единение человеческой души и чего-то божественного, или атеистический взгляд, когда это единение тела и ума. Поэтому касательно хатха-йоги, есть на самом деле несколько видов, их всего 4, если мы говорим конкретно о видах. Хатха — это та видимая часть аштанга-йоги, которую мы можем оценить. То есть аштанга-йога делится на две части — видимую и невидимую, хатха и раджа. Вот хатха, она состоит еще из 4 частей. Яма-нияма — это морально-этические принципы, асаны и пранаяма — это дыхательные практики. Так вот, если мы говорим о морально-этических принципах, мы можем посмотреть, как человек живет, что он делает, обманывает он себя или других, или не обманывает. Иногда даже некоторым это сложно скрыть. И асаны мы тоже можем увидеть, как человек развивается, как у него получаются эти асаны, развивается ли он в своей практике. И пранаямы, дыхательные практики, мы тоже можем понять, насколько у него длительные задержки, как хорошо он дышит, как он понимает, как нужно дышать, как он раздвигает межреберную мускулатуру. Поэтому хатха-йога — это такой современный стиль, это не современный, sorry, не современный стиль, это стиль, которым многие сейчас занимаются. Да, это вид йоги, которым многие занимаются. Есть ответвления, есть разные школы и разные традиции. И вот если говорить о том стиле, которым я занимаюсь, то хатха-йога в стиле баланс-йоги, достаточно активная, динамическая, и подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые ведут сидячий образ жизни. Ну, это практически большинство сейчас. Так, це, на жаль, проблема 20-го століття. Да. У мене реально було декілька спробувати себе в йозі, і я зрозуміла, що я надзвичайно активна людина, і просто мені це не вдається. Я сподіваюся, що сьогодні ми в ефірі все-таки щось спробуємо, щось мені сподобається, і я все-таки долучусь до цього руху людей, які знають і вміють робити, займатися йогою. Ну, я приглашаю, конечно же, на занятия попробовать, потому что в студии вряд ли я смогу показать полноценное наше занятие. Оно однозначно влюбит в себя. Я прям, ну, 100% уверена в этом. И если люди гиперактивны, я тоже гиперактивна, но при этом я в йоге. И мы работаем 40 минут активно, 40-50 минут мы активно работаем, что в конце, конечно же, просто хочется сесть и расслабиться в медитации. Но хотя медитация, на самом деле, это не расслабление. Это тоже работа, это даже сложнее, чем сами асаны. Так, секундочку. А чему медитация — это складнейше за асаны? Современному человеку, вот как правильно вы заметили, очень сложно остановиться и замедлиться. Сейчас такой ритм жизни, что мы вынуждены куда-то все время бежать. Соответственно, когда мы говорим о медитации, когда человек садится в медитацию, либо ложится в шавасану, это медитация лежа, перевод, кстати, поза трупа, выглядит расслабленно, человек лежит расслабленно, да. Мы не можем понять, на самом деле, он думает о своем ужине, который ему предстоит, или завтраке, или он действительно уходит в какое-то определенное состояние не обдумывания ничего. Не обдумывать ничего действительно сложно. Поэтому предварительно перед этим мы занимаемся, вообще медитация начинается с того момента, когда мы расстилаем коврик, мы его расстелили, и уже начинаем входить, погружаться в определенное состояние, контакт с собой, внутренний мир. Мы начинаем работать, делать асаны, контролируем свое внимание, дыхание. Есть много точек, которые мы начинаем, я об этом все время напоминаю в процессе всей практики. І в кінці вже гораздо легше успокоїтися. От знаєш, про що хочу запитати? Наше життя сповнене стресів. От так просто ті стреси. І завжди є така штука, як зажимає діафрагму. Йогівське дихання, воно вивільняє ось це все, що скопичується тут? Конечно. Мало того, мы настолько работаем много с дыханием, что мы разрабатываем межреберную мускулатуру, диафрагма, она становится гораздо сильнее, объем легких увеличивается. Это я даже могу сказать по своему примеру, потому что я в детстве была абсолютно худеньким маленьким ребенком, у которого постоянно были проблемы с легкими, то есть у меня объем легких был маленький. А когда я пришла на йогу, я сравнила потом через
определенный парад, мы сделали тест, и у меня показалось, что легкие намного развились. То есть развиваются легкие, однозначно люди начинают практически фридайвингом заниматься. И, кстати, недавно попробовала дайвинг. С первого раза получилось абсолютно без проблем, благодаря йоге в том числе. Потому что я сама себя, да, успокаивала под водой, дышала, главное спокойствие и дыхание. Ага, тобто, в принципі, якщо я тебе правильно зараз зрозумів, можна, якщо ти стресостійкий, можна займатися фридайвингом, просто себе заспокоїти під водою, і щоб не збити... І дихання, да. Дихання важливо. Ми обов'язково на протяжении всей практики, я напоминаю об этом, і ми прорабатываем, як вообще заняття построено у мене. Поскольку чоловік современний, зачастую із-за сидячого образу житті, кое-які мышцы у нас зажаты, кое-які перерастянуті. Изначально начинается практика с дыхательных практик, мы настраиваемся на йогу, и после этого уже я даю разминку динамическую для того, чтобы разогреть эти мышцы, поскольку нам надо в дальнейшем с ними работать. Поскольку если я поставлю человека сейчас с зажатыми мышцами, начну их тянуть, ну, вероятно, травма этих мышц. Поэтому, конечно же, я разогреваю, даю динамический разогрев, потом уже приступаем к асанам, и после этого уже медитация, успокоение ума и тела. Ну, я не знаю, як тобі, Алла, звучить а я страшно. Вже заспокоївся. Вже такий релакс. Я просто хочу побачити себе зі сторони, як я буду заспокоюватися і концентруватися на своєму диханні. Я предлагаю попробувати. І зараз дуже популярен формат онлайн-йоги. Хотя, конечно, в древних писаниях об онлайн-йоге никто ничего не говорил, но я думаю, что если бы мудрецы сейчас жили в наше время, они были бы, конечно же, не против. И многие мои ученики даже больше за этот формат, потому что гораздо удобнее. Ты практически встал с кровати и оказался на коврике. Да? То есть тебе не нужно тратить время на дорогу, на сборы. И помимо этого я даю обратную связь через экран и правлю голосом, если это необходимо. То есть абсолютно новый формат, который... Локдаун вносит свои коррективы, да. И все звикають до онлайну. Ти знаєш, я не можу зрозуміти цей формат онлайн, тому що ну, я людина соціальна, і мені ось соціалізація – це важливо в житті. От ти як тренер кажеш, що це норм. Тобто Конечно. Це, в принципі, зручно, чи все ж таки краще повертатися до соціалізації? І так, і так. І тот формат має місце бути. Здесь теж є соціалізація. Почему? Тому що, коли ти в зумі, в тому ж, да, допустим, де ми займаємося, бачиш ці квадратики, ці окошки, ти бачиш друг друга. І в кінці заняття ми можемо поговорити, ми можемо обмінятися новостями. Потому что, если помните, вот год назад, ну, наверняка вы помните, когда на полках начали пропадать гречка, антисептики и туалетная бумага, и был супер завышенный уровень стресса у населения, что тогда помогало? Физические нагрузки, в том числе йога. И тогда мои ученики, они настолько рады были заниматься, потому что в конце мы могли увидеть друг друга и пообщаться. Не хватало действительно вот этой социализации. Но онлайн она тоже возможна. Вы помните, даже некоторые вино пили там онлайн. Ой, да, флешмобе было нормально. Навіть весілля, я знаю, проводили онлайн. Гостей збирали в зумі. Просто новое время требует новых решений. И я абсолютно ничего против онлайн не имею, тем более еще 3 года назад, еще до того, как это стало таким популярным или мейнстримом, да, я уже тогда преподавала онлайн-йогу, потому что люди находились не в Киеве, но они хотели заниматься со мной. То есть тоже как возможность больше популяризировать твой вид йоги, который ты ведешь, тот стиль йоги, на людей, которые не находятся не в Украине. Ну, я просто... Ну... Типу, зараз я скажу зайве, але я не можу про це реально змовчати. Просто, щоб ви розуміли, коли сидиш, спілкуєшся з Ірою, ну, ти реально заспокоюєш. Ну, ти знаєш, це... Я її так не заспокоюю. Така лайкова атмосфера, і ти такий сидиш, розумієш, що тобі зараз просто розстілити той коврик, і все, ти можеш спокійно займатися. Заносьте в студію, Макс ляже в позу, як ви сказали, шавасана, поза трупа. Ну, все, приїхав. Хотів як краще, а вийшло. Ну, це приємно, тому що, на самом деле, у мене є індивідуальні ученики, які теж саме говорять, що, Іра, ми з тобою успокаїваємося. Я не знаю, ну, наверное, це хорошо. От ти мені скажи, секрет такого спокою в диханні? Дыхание, да, сосредоточенность на практике. Изначально, я же говорю, сама медитация начинается с того, как ты расстилаешь коврик. И медитации. Медитации хотя бы 10 минут. Или, знаете, есть еще медитации для новичков, я их так называю. Не обязательно садиться в определенную позу для того, чтобы медитировать. Достаточно... Зручной позы. Нет, достаточно медитация сосредоточиться на том, что ты делаешь. Вот сейчас я с вами здесь пребываю в моменте. Я не думаю о том, что, как я выгляжу или что я говорю. Точно так же, когда вы обедаете, завтракаете,
знаете, если вы одни, вы можете наслаждаться вкусовыми рецепторами, чувствовать вкус еды, консистенцию в душе, когда вы моетесь, чувствовать аромат пенки, да, или там того же геля для душа. То есть медитация, она, в принципе, возможна везде. Конечно же, следующий уровень, когда ты садишься в устойчивую позицию, удобную, или ложишься и начинаешь медитировать, это гораздо сложнее. Ну, это возможно. З опитом приходить. Я оце якраз і думав запитати, от як виховувати концентрацію просто в буденності? Просто вот. Бути в моменті. Про це всі кажуть, але ж це складно. Вот, это как раз об осознанности, это давно избитое слово уже, которое надоело всем, точно так же, как и здесь, и сейчас тоже надоело, но это об осознанности. Тёма, ты все время, да, напоминаешь себе об этом, ты отлавливаешь, что ты сейчас чувствуешь, где ты сейчас находишься. То есть люди у нас зачастую, я говорю, моются в душе, а думают о планах Наполеона, что там им дальше предстоит. Вы просто на секундочку побудьте в этом моменте. Это со временем будет развиваться и приобретет уже такую более... Ну, это дуже корисна порада, насправді. Прислухайтеся, глядачі, та й ми будемо прислухатися, жити в моменті. І так. Давай спробуємо наступного разу реально от, не планувати, так? А бути з гостем ось тут і зараз. Ви до нас прийшли не з пустими руками. Це для чого? Я вам, да, принесла такі тортури. Ви чекали тортури? На самом деле, это определенные резинки, которые можно использовать, либо их заказать где-то в интернете, да, они в любом магазине спортивном продаются, либо использовать любой ремешок. Это такое приспособление, которое помогает нам поработать немного шеей. Почему? Потому что зачастую есть такое так называемое смартфонная шея, когда человек сидит, выдвинув вперед голову, и вот я уже вижу, да, что хочется размяться. Или когда ты поспал неудобно, некомфортно, или где-то в поездке, не твоя подушка, у тебя где-то что-то зажало. Есть, я сейчас хочу показать несколько способов, как можно самому себя восстановить. Ну, даже если нет таких резиночек, можно использовать любой другой ремешок от халата в отеле, да, есть, или там свой ремень. Для начала нужно сесть ровно и сесть на середину стула, сесть на седалищные кости, выровняться и сделать следующее движение. Поскольку для нас вот это движение назад, оно достаточно дефицитное, да, нам нужно подтянуть подбородок ближе к себе, создав ощущение второго подбородка. Некоторые девочки я против. Я уже отбиваю. И включить глубокие мышцы-флексоры. Для того, чтобы понять, как это делать, для нас это движение неестественное, поэтому мы пальчиками можем направить себя немного, подтягивая к себе подбородок, и включать глубокие мышцы-флексоры, которые стабилизируют шейные позвонки. Возможно, вы почувствуете движение даже в лопатках будет отдавать. Я меж лопаток у меня, да, чогось. Вот такое движение можно сделать 10, 20, 30 раз, в зависимости от того, сколько у вас есть времени. Мы разогреваем эти мышцы. Далее. У нас есть вот здесь мышца грудина, ключично-сосцевидная. Она тоже зачастую зажата. Как ее растянуть? Мы отпускаем, допустим, правая рука на левое плечо, левую руку отпускаем вниз и пальчики натягиваем на себя. Левое ухо при этом тянется вверх. Вот здесь очень важно не пропустить момент, не отпускать правое ухо, а тянуть левое. Правой рукой мы оттягиваем плечо ниже. И чувствуете, вы должны почувствовать натяжение, как будто бы пучки здесь у вас натянулись. Так. Побыть несколько секунд, несколько дыхательных циклов, можно 5 дыхательных циклов, 3 дыхательных цикла. Дыхательный цикл — это вдох-выдох. И точно так же на другую сторону повторить. Подбородок продолжаем к себе подтягивать, а верхнее ухо тянем по диагонали. Это из таких, когда нам не нужны никакие приспособления. Так, давайте мы поделимся ремешками. Это будет мою любовь колер. Так, побольше мужчине. То, чтобы просто знущатися в эту останню. Что мы делаем? Мы заводим назад наш шейный позвонок, на любой. Да? То есть тут не нужно определять, это какой это шейный позвонок, там первый, пятый или седьмой. Мы зацепились, подбородок немного подтянули к себе, вытянули руки, угол 90 градусов в локтях. Подбородок продолжаем подтягивать и вместе за руками двигаемся вверх, головой провисаем. Побыли немного в этом положении, отпустили. И еще один раз. И еще раз подбородок к себе, руками мы как будто бы провисаем головой. Да, возможно, у кого-то хруст даже почувствуется, не было? Ні, хрусту не було, але приємні відчуття. То ти просто ще вот молодий, так... Макс, а в мене був. І вот так вот ти проходиш по всім позвонкам шейним, їх сім. Не обязательно ж, говорю, там, определять, какой это первый, второй или третий. Эти ремешки сами уже там направляют движение. Ви почувствуєте облегчение. Слухай, а якщо не брати шию, а, наприклад, саму вже спину?
Так. Все ты можно хочешь сейчас спробовать? Да, это очень... Давайте так, сейчас не покажу и расскажу, что можно купить или приобрести. Или если есть дома теннисный мячик, можно взять этот теннисный мячик, так, приложить к стене и сделать определенные движения так, чтобы расслабить потертися хотя бы эти мышцы. Да. Завдяки мячику. Да, есть специальные такие даже роллы продаются, два мячика, по центру перепонка, которая попадает на позвонки, и чтобы их не повреждать, она как раз туда уходит, а мячики двигаются исключительно по мышцам, расслабляя их, снимая вот этот тонус. Ну и плюс, конечно же, нужна практика, нужно заниматься. Это либо йога-терапия, либо йога, либо любые физические упражнения, которые будут укреплять спину. А наскільки складно новачкам починати? От 40 хвилин одразу приходиш і перший раз отак маєш 40 хвилин з усіма відпрацювати? Смотря какая йога, ну, от, і смотреть ви, на какой... яким ви займаєтесь. Да, смотреть, в какой клас ти йдеш. То есть, ну, рівні. Да, уточнять, какой уровень. У меня уровень для новичков и продолжающих. И, конечно, я адаптирую. Если я вижу, что человек первый раз, я ему чуть-чуть больше уделяю внимания, рассказываю, где нужно включить, какую мышцу, как дышать. Ну, конечно, это сложно сразу же все вместе совмещать и дыхание, и все точки внимания, и асаны правильно выполнять. Но постепенно человек втягивается, и точно так же, как я первый раз, когда пришла, мне повезло, я попала в нужную, к нужному преподавателю, и мне сразу же зацепила йога. Поэтому новичкам я советую пробовать найти просто своего преподавателя, свой стиль йоги, который им зайдет, потому что она абсолютно разная бывает. Ну, якщо когось це цікавить, то я свого викладача знайшов. Мне очень приятно. Благодарю. Намасте. До речі, що це означає? Приветствие. Це просто намасте. В йогі, просто коли ти там перед тренуванням, да, ти намасте і, да, типу налаштувався на правильний лад. Да. І зараз якраз доречно в локдаун так робити, намасте, тримати щоб не обнімати. 100%. Можна отак от. Відійди. Політики так ділять. Так, слухай, ну я в захваті. Ну, просто клас. Єдине, що мене ще... А я розім'яла шею. Нарешті. Бачиш, ми сьогодні у нас, як обіцяли, знаєш, для глядачів робимо корисні ефіри. Слухай, розкажи, можливо, там декілька основних положень, як правильно дихати. Бо це ж, якщо я не помиляюсь, в йозі от саме дихання є ключовим. Так. Є таке названня уджай, я часто його називаю во время практики. Это дыхание межреберной мускулатуры. То есть мы учимся, опять-таки, садимся ровно. Так. Мы учимся раздвигать ребра. У мужчин зачастую дыхание животом происходит. Угу. Это помогает вам в дальнейшем практике. У женщин все-таки межреберной мускулатуры и верхней частью грудной клетки. Сейчас мы будем учиться раздвигать ребра. Можно положить руки на ребра, причем верхнюю часть, там, где они менее подвижны, нижняя часть более подвижная, и, создавая как будто бы сопротивление руками, ребрами пробовать раздвинуть руки в стороны. Ого! Да, вы чувствуете, как они начинают раздвигаться. Попробуйте включить задние ребра на спине. Передние немного, как будто бы подтянув себя. Очень часто бывает у девочек, особенно которые танцами занимаются, такой суперлордоз, прогиб в пояснице, и ребра они вперед выпячивают. Мы стараемся всегда их как будто бы подтянуть немного. Вот это упражнение помогает разработать межреберную мускулатуру и научиться правильно дышать этим дыханием. А теперь можете попробовать без рук сделать то же самое. Раздвигать ребра и сокращать. При этом чувствуете, как, ну, понимаете, да, что диафрагма уходит на вдохе вниз и на выдохе подтягивается вверх. Так, это одно из самых простых, вот основных, то, что в начале занятий новичкам я рассказываю, как правильно научиться дышать. Прикольно. Ну, це і нам, як і ведучим, корисно правильно дихати, тому що ми працюємо. Да, так, конечно. Я теж, я когда-то пробувала вокалом займатися, я розумію, для чого це нужно. І... Ну, і дайвінг, ви так сказали, я просто... Дуже боюсь води, а дайвінг для мене це щось із тоже казалось, что это что-то страшное, но абсолютно не страшно, особенно после йоги, после того, когда ты умеешь контролировать свое дыхание и свое состояние. То есть понимаешь, что ты 15 метров под водой находишься, но ты сразу же вспоминаешь, что здесь куча красоты, и да, нужно переживать не об этом, а находиться здесь и сейчас и видеть то, что происходит вокруг. Ну, я зробила для себе висновок, що реально йога це основа для багатьох починань. Да. Дякую вам за ефір. Нашим глядачам нагадаю, що в нас в гостях була Ірина Пільховська, інструктор з хатха-йоги. Друзі, зараз важлива інформація. На нашому YouTube-каналі є останнє інтерв'ю з нашого сьогоднішнього прямого ефіру. І виявляється, ми не знали, де знаходяться у Алли Метлашевської ребра. Щоб побачити, підписуйтесь на канал, дивіться сьогоднішні повтори.
А я вам додам, що натискайте дзвіночок, і він вам сповістить про те відео, про яке сказав Максим. We'll be right back.